молодец. Хороший уровень подготовки. Дорогие коллеги, дорогие наши выпускники, близкие, профессорско-преподавательский состав, сегодня очень важный день в вашей жизни, в нашей жизни. Первое, что вот я поднимаюсь на эту трибуну, я вспомнил 1997 год, когда мне на этой сцене Геннадий Петрович, будучи проректором по учебной работе, вручил красный диплом. И вот так получилось, что вся жизнь моя была связана с университетом. И сегодня мой первый выпуск наших дорогих выпускников. И, конечно, это тоже немного такое волнение, эмоции меня переполняют. И впереди ждет вас очень много интересного. Могу пожелать вам никогда не останавливаться. Во многом надеяться, конечно, на себя. Постоянно учиться через всю жизнь, потому что именно постоянное освоение новых навыков образовательных – это залог конкурентоспособности в вашей, ну, достаточно таком высоком конкурентном мире. Дорогие выпускники, от всей души вас поздравляю, желаю вам крепкого здоровья, никогда не останавливаться на достигнутом, постоянно совершенствоваться. И благодарю вас за то, что вы когда-то выбрали нас, были с нами у кого сколько лет, 5 или 6, и уверен, что вы останетесь с нами и дальше. Всего вам хорошего. Поздравляю. Спасибо. Я вас очень рад всех приветствовать и поздравить, что у вас не просто сегодня какой-то день торжественный. Это особый день, потому что завтра вы уже придете, я имею в виду не в прямом смысле этого слова, через неделю, через месяц, в рабочий кабинет, и вы совсем станете другими людьми, совсем другими. Я, как совет вам хороший, встречайте, товарищ, и не забывайте великое русское чувство, о котором сказал Николай Васильевич Гоголь, что нет уз святей товарищества. Дружите, помните своих друзей, это украшает вашу жизнь. Это украшает жизнь вообще российского человека. Счастья вам, успехов вам, чтобы все у вас было замечательно в семье и на вашей будущей работе. Вы выпускаетесь в очень непростой год. Вы видите, какие неимоверные усилия прикладывают медики всего мира в борьбе с пандемией. У кого-то получается более хорошо, у кого-то не очень. Но я хочу сказать, что российские медики с честью выносят те испытания, которые ложатся на их плечи, и медики Самарской области в их числе. Я об этом сейчас сказал на приеме в честь Парада Победы губернатор Самарской области Дмитрий Ильич Азартов. Он сказал, что благодаря совместной работе всего медицинского сообщества и, конечно, медицинской школы, нам удалось добиться того, что мы с честью вступили и идем, боремся с этой бедой, которая свалилась на все человечество. Перед вами лежит дорога, открытые все дороги. Вы можете стать... Ну, я думаю, сбудутся мечты большинства из вас, вы станете тем специалистом, каким вы хотите. Мы ждем вас всех.
Клянусь, клянусь, клянусь. Стало нам уже 100 лет, но самарский медицинский наш открыт для тебя, студент.